Всем привет! В этом видео а девочки наши разозлились, что творили Анна Щербакова и Александра Трусова в день награждения сборной России в командных соревнованиях. Поехали! Олимпийские игры по фигурному катанию только начались. Первый акт завершился вчера на высокой победной ноте для наших спортсменов. По праву триумфаторы этих игр – заслуженные олимпийские чемпионы Марк Кондратюк, Камила Валиева, Александр Галямов, Анастасия Мишина, Никита Коцалапов, Виктория Синицына. Сошли с пьедестала, начинаем все сначала. Напряженными эти дни были для двух наших фигуристок – Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Постоянно находиться в неведении, не понимать, надо ли будет выступать или нет. Стресс, давление. И хоть у наших девушек есть жесткий стержень, все равно так морально изматывать не стоило. Вероятно, Аня и Саша верили, что кого-то из них поставят в командник, ведь уже теперь ясно, что любая из них выиграла бы произвольную, может, не с таким преимуществом, как Камила, но в командных соревнованиях это и не нужно, ведь наша страна стала единственной, кто не использовал замен. Девочки разозлились. Небольшой спойлер. Увидя результаты мужчин в короткой программе, которая прошла сегодня утром, можно сказать, что командные соревнования серьезно подкосили всех наших лидеров. И, возможно, таков был один из сценариев развития событий. Подуставшая Камила, свежие Саша и Аня. Еще очень большой вопрос, кто станет олимпийской чемпионкой в личном разряде. Тем более после того, что творили Щербакова и Трусова на тренировке. Еще в начале, даже в середине сезона, были серьезные опасения за Аню. Фигуристка не прыгала четверные, возникали вопросы о ее включении в олимпийский состав. Но произвольная программа на чемпионате Европы круто развернула всю статистику Щербаковой. И вот, буквально вчера на тренировке Аня выдала в произвольной 3 четверных прыжка, 2 четверных флипа, один из них в каскаде с тройным тулупом, остальные элементы, среди которых 2 каскада 3-3, Анечка также выполнила чисто. Александра Трусова исполнила 5 четверных прыжков в прокате произвольной. Не рискует, не делает триксель, но 4 четверных из 5 были исполнены на хорошие плюсы. Только на сальхове фигуристка коснулась льда рукой. Это очень серьезные заявки на золото, учитывая, насколько сильно измотана Камила. 8 четверных на 2. Желаем всем нашим фигуристам показать свой максимум на этой Олимпиаде.